30 единиц техники задействовали сотрудники комбината зеленого хозяйства «Иглут» для уборки снега, который выпал за последние сутки. Это бульдозеры, погрузчики, самосвалы и машины для обработки противогололедными материалами. Кроме того, 67 работников КЗХ ведут ручную расчистку. Особое внимание уделяют тротуарам и лестницам. Первоочередная задача которых – расчистить лестницы и выходы на пешеходные переходы, те валы, которые, к сожалению, образуются при снегоочистке. Вот это вот неудобство максимально быстро постараемся устранить. При завершении первоочередной расчистки вот этих объектов, в том числе подъездов к объектам социальной сферы, это к детским садам, чтобы продукты своевременно смогли привезти к школам, которые на днях должны выйти с замечательных каникул и продолжать обучение. 4 автогрейдера расширяют проезжую часть по основным городским маршрутам. Бульдозеры Галуда убирают частный сектор. Дорожники призывают магаданцев воздержаться от поездок и не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике. А в социальных сетях горожане жалуются на общественный транспорт. Автобусы либо задерживаются, либо не приходят вовсе. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, сталкивались ли они с такой проблемой. Я думаю, что да, возникают. Но это естественная причина. Снегопад такой за половину суток выпал. Мы же, магаданцы, привыкли к таким сюрпризам природы. Надо спокойно к этому относиться. Пешочком. Город наш небольшой. Прогулка будет только на пользу, потому что воздух свежий, температура достаточная, чтобы гулять не замерзнем. Я считаю, что это никакое там не такое катастрофическое событие. Да, возникает. А у вас нет? Конечно. Не возникает, конечно, возникает. Задержки сильные? Ну, сказать, что задержки сильные, не скажешь. Но то, что вот здесь невозможно подойти к транспорту, вот это другое дело. Да, вот возник, видите, люди ждут. Нету тротуара, не убраны.